Вячеслав Викторович, откуда у вас документы на этот автомобиль? В смысле, командир, я купил этот автомобиль. Вячеслав Викторович, ваш автомобиль в розыске. Вам придется проехать со мной в отделение милиции. Пойдемте. Вы себя ошибаетесь? Гражданин, я при исполнении. Вячеслав Викторович, видишь, вас снимают скрытые камеры. С 1 апреля вас. Оксана Александровна, откуда у вас документы на этот автомобиль? Папа. Это ваш папа? Да. А что? Оксана Александровна, я спешу вас огорчить, ваш автомобиль в розыске. Просто я уже 2 года на ней. На ней? Ездила. Да не может этого быть. И никто вас ни разу не остановил. Нет. И не предупредил вас. На посту я сколько раз через пост ездила. Я буду вынужден вас задержать. Для дальнейшего разбирательства вы проедете сейчас со мной в отделение милиции. А хотя бы скажите, по какой причине в розыске? Автомобиль в розыске. Вот сюда посмотрите, пожалуйста. Вот вас снимают скрытые камеры. С 1 апреля у вас. Да ну ладно, блин! Сдаюсь. Сдаетесь? Что такое? Сергей Ринатович, да. Откуда документы на этот автомобиль у вас? В смысле? В прямом. Не понял. А что, он в угоне, что ли? Я не знаю, в угоне он или нет, но в розыске этот номер, это точно. С 1 апреля улыбнитесь. Да что такое? Технолог в сервисе, елки-палки. Сейчас еду, масло поменял. Андрей Вячеславович, а у вас техталона и не должно быть при себе-то. Вы когда это придумали, что у вас техпаспорт остался здесь? Кто, я сейчас сервис кто там подсказал так? Давай, Сосина, к богам клянусь. Вот сюда вот посмотрите, вот улыбнитесь, с 1 апреля вас снимают с карты камеры. Ну вы, блин, даёте.